А далі шокуюча інформація від НАЕК «Енергоатом». Щонайменше 14 одиниць важкої воєнної техніки з боєкомплектом, зброєю та вибухівкою було розміщено російськими військами у машинному залі першого енергоблоку Запорізької АЕС. Ми поспілкувалися з Олександром Новиком, який зараз перебуває на вахті на ЧАЕС. І ще, за даними «Енергоатома», зокрема, військовий арсенал розташований у безпосередній близості до головного маслобаку, в якому є легкозаймиста олія, що охолоджує парову турбину. Там також міститься вибухово-небезпечний водень, який використовують для охолодження генератора. Прокоментуйте, будь ласка. Дане событие имеет дві сторони. Перша – політична, тут ніяких. Ни у кого нет сомнений, что это очередной акт ядерного терроризма. И сторона оккупант постоянно демонстрирует свою приверженность именно этим принципам. То есть угроз, шантажа, вмешательство в нормальную жизнь. Вторая сторона техническая. Не все, возможно, знают, что любые изменения, которые происходят, либо в структуре управления атомной станции, либо изменение оборудования, размещение каких-либо установок, каких-либо предметов, будем так говорить, оборудования, всегда должны сопровождаться анализом безопасности. При этом анализируются все аспекты безопасности. Ядерная, радиационная, общетехническая, пожарная. При этом анализируются не только условия нормальной эксплуатации, а аварийные ситуации и аварии. Оцениваются их последствия, влияние на персонал и окружающую среду. Те, кто без проекта, без анализа размещает какое-либо оборудование, я уже не говорю о военной технике, о тяжелой технике, то он является ярким примером такого неандертальца, человека, который пренебрегает общечеловеческими ценностями, он даже не может оценить, как на него повлияют возможные события, которые будут развиваться при размещении такого взрыва огня опасного оборудования на ядерной установке. Я других слов не могу найти, вернее, они у меня есть, но они, к сожалению, не подходят для эфира. Вот, поэтому это дикость, и для них другие люди, впрочем, и они сами, никакой ценности не представляют. Я так понимаю, что они рассматривают себя и других как расходный материал. Условно можно назвать его неандертальцем, который подошел к ракете и решил полететь на Луну, условно говоря, не зная, как она запускается, что происходит. А второй решил вот буквально в 3 метрах от него посмотреть, как это будет происходить. Ну, я иначе как сравнить этот поступок не могу никак. Совершенно верно. Дякую вам, спасибо. И я знаю, что вы были участником заседания МАГАТЭ, и, возможно, если у вас появится время, вот вы освободитесь с вахты, мы встретимся с вами и переговорим об этом совещании МАГАТЭ, тем более, что, я так понимаю, там был определенный демарш в сторону российской делегации. Обязательно, обязательно.